Ангарский ОБНОН и фонд «Город без наркотиков» провели совместную операцию. Был задержан 21-летний житель 15-го микрорайона. Молодой, ранее несудимый и не наркозависимый человек торговал гашишем. Решил таким образом заработать денег. Торговал он где-то на протяжении полугода. Поступали звонки от него, жаловались на него люди, что там, ну, такого рода, что бегает молодой человек, и возле него постоянно толпа еще молодежи, то есть они там в подъезде накуриваются. У молодого человека было изъято 5 граммов гашиша. По решению суда он находится под стражей.